привет, с вами Элис фон Блэк. И Сирил. Ну, как всегда. Мы решили снова сыграть в карту на развитие, ну, по крайней мере, мы так думаем, потому что мы пока эту карту не пробовали играть. Мы снова будем союзниками против двух компьютеров, которые снова будут врагами. И снова слабые. Да. Не решились, короче, мы на сильных, ну, на средних. На этот раз, собственно... Ну, как бы тут назвать-то, я даже не знаю. Ну, в общем, мы будем на одной стороне карты, в одном углу. Как и в прошлый раз, на карте друзья. Только это немножечко по-другому выглядит. Вот, ну и мы решили просто ради эксперимента сделать двух компьютеров врагами. И, судя по всему, они тоже будут рядом. Да. Я надеюсь, что мы будем все-таки на одной стороне, и что карта не решит, что мы должны быть по разные стороны. Баррикад. Ну, если что, деревья у меня ходят, я смогу уйти к тебе. А, ну, понятно. Так, мы... Что это? Надо выбрать язык. У меня этого нет. Ну, это, видимо, мне как этому самому. Слушай, слушай, они реально вместе, смотри. Да-да-да. Так. Я себе это представляю. Тут кто-то, какой-то враг говорит, ненавижу красный. А. Собственно, тот, у кого красный цвет. Ясненько. У тебя висит это? Да. Ну и что ты молчишь? Тут даже искусственный интеллект настроен. Прелесть какая. Ну ладно, пусть так. Я сомневаюсь, что из этого выйдет что-то путное, честно говоря. Но мне нравится, что они с нами разговаривают. Ну, да. Это очень оригинально со стороны компьютера. Это, мне вот интересно, как быстро они начнут бить друг друга. Так. Мне кажется, они будут друг друга бить сразу, как только у них появятся вообще войска. Я себе это представляю. Недостаточно. Готово. Я потихоньку пробираюсь к тебе, буду захватывать землю. Воу-воу-воу! Я же нежить. Я должен все. Я ведь приду и порушу. За мной не заржавеет. Порешаю твою не землю. Не надо. Не стоит. Мне вот интересно, а кто из них кого быстрее побьет? В принципе, у нежити же, у нашего врага нежити, у них же вурдалаки. То есть он мог бы уже начать их там побивать. В принципе, да. Или у нашего искусственного интеллекта есть какой-то негласный договор о ненападении? Да нет, не думаю. Не, ну сейчас посмотрим, в общем. Вижу, что нежить уже создает героя. У них тут алтарь работает. Что-то у меня не видно, чтобы он работал. Знаю. Может, это ты на свой смотришь? Нет, я смотрю именно на врага. Ага. Один из нежити почему-то куда-то пошел. Где кто куда? Опа, о. Вижу. Это вурдалак. Что-то, если он к нам идет? Это будет очень смешно на самом деле. Что он у нас забыл? Но у нас пока еще нет армии. Но у тебя есть вурдалаки, у меня армии вообще нет. Да, у меня вурдалаков пока тоже нет. Они я же... только героя создаю сейчас. Я пока что только алтарь строю. Так-то по-хорошему. Тем более. Недостаточно золота. Да ну сколько тебе еще нужно этого золота, а? Сколько можно? Что-то я как-то не привыкла к карте на развитие. А куда он пропал? А что-то я тоже не вижу. Затемнение! Он на Носферату! Не, на самом деле похож. Смотри-ка, смотри-ка, вурдалаки. Бьют Орду. Вот это уже весело, смотри. То есть, у красного, готов. У нежити, герой Рексар. Это нормально? Где он нашел таверну? А вот она. А, ну да. Вот тут, короче. Ну, я вижу, да. Я хочу Сильвану. Ну, как всегда. Я всегда ее хочу.
крючок у меня простаивает. Вообще он должен был построить охотничий зал. По-хорошему. Готово. Так, у меня что-то готово. А, все, поняла, что готово. Что? Лунный колодец. Я готова. Я чувствую, Орда у нас сегодня сдохнет. Ну так, да, скорее всего. Ордынцам не повезло. Ну, будет у нас только один враг. Нам-то чё? Кто нарушил закон? Можно было прямо сейчас прийти и начать его убить. Готово. В принципе. У меня только две лучницы. У тебя есть чем бить? Вернее, кем? Ну, у меня три вурдалака, они на рубке леса сейчас работают. Круто. Ну, создаю еще пять. Пока что. Я готова. Я вообще дерево выращиваю так-то. Ну, начала. Я в процессе. Что-то нам враг вещает. Я вижу, но что-то как-то это какая-то хрень, по-моему. Компьютер off. А еще он что-то возбухал по поводу того, что он не любит красный. По-моему, у него все и так неплохо. Ну да. Хотя... Ну так-то да. Окей. Че построить, а? Я знаю, что надо построить. Я буду переползать на твою территорию. Все. Хватит! У тебя вон там есть территория, вот тут вот. Нет, я хочу сделать, чтобы ночные эльфы были застроены на проклятой земле. Это принципиально. Я сейчас принципиально возьму своего светлячка и начну строить на твоей территории. Или даже лучше, возьму своих любимых и пойду рушить твое здание. Мы же друзья, по идее. Ну и что, вот поэтому-то он не сможет меня атаковать. Ну, по крайней мере, автоматически. Не, без проблем, чё, я сейчас как раз строю... Кого? Вурдалаков. Ещё трёх. И два у меня уже готовы. Ещё три на рубке леса. Да и у меня... А, нет. Ну давай, деревце, я верю в тебя. Давай, стройся, придурок. Ну, слушай, можно пока расслабиться, пока они тут друг друга мутозят. Ну, в принципе, у них, судя по всему, это еще ненадолго. Ну, ладно. Богиня, я пока что пойду замочу пауков. Надо. Жду указаний. Древо выращено. Я бы на самом деле сейчас до таверны бы добежала. Зачем? Ты уже купил себе героя. Я еще одного хочу. Огласите приговор. Я знаю. За второго героя надо отложить там почти 500 монет и сколько сетей. 425. Тем более. Богиня, наставь меня. Вот и зачем тебе это? Я хочу. Потому что хочу. Потому что я женщина, я имею право хотеть чего-нибудь нелогичного. Ну, хоти. Свинтус у нас тут бегает. Убей его. Да без проблем. Да свершится правосудие. Наставь меня в пути. Фу, как он свежит противно. Кто? Свинтус, когда умирает. Так, ну и вот это вот.
Не знаю, как ты, я уже на нашей... На нашем секторе территории, грубо говоря, убиваю сейчас последних монстров. Молодец. Я сейчас весь в строительстве, ничего не знаю. Так, огласите приговор. Заводной гоблин, прикольно. Готово. Готово. Вардалаки готовы. Уж не знаю, в принципе, я могу прямо сейчас пойти и начать мочить эту нежить. Ну пошли. Асфалана. Я тоже, в принципе, готова. Подожди секунду. Готово. Я могу покупать у твоего дерева. Спасибо, Кэп. Готов. Я тоже могу покупать у твоего дерева. Так у меня не дерево, если что. Мне плевать. Только у тебя нету сферы. Нужно темное создать. Ты уже пошел? Жду указаний. У тебя тоже нет сферы. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Погоди, я сейчас светлячка отправлю на дерево. Ваше решение? Все ясно. Да, мочи свинью. Во имя правосудия. Псих. Слушай, по-моему, орда побеждает. Закон. Да? Опа. Ну, значит, на орду и нападем. Все ясно. Да какая разница, у них там, в принципе, силы-то одинаковые. Главное, чтобы нас там не замочили. Вот это уже отдельная тема. Да и зачем ты идешь через лес? Закон это я. Зачем ты идешь понятия через лес? Не имею. Просто как еще пройти? Не знаю. Так, он строит башни сторожевые, это плохо. Блин. Да, это плохо. Исполняю приговор. Это не трогайте моих вурдалаков. Давайте, первая, подходи. Танкуй. Слышь? Хей. Дамы вперед, это не работает. Мне сейчас охотницу прибьют. Да свершится правосудие. Прибили. Мне жаль. Угу. Так, надо мочить логово сразу, чтобы они не мочили нас. Так, у них активизировался их герой. Сейчас мы его разактивизируем. Разактивизируем. Именем закона. Так, он у меня убил двух урдалаков сразу. Кто там? Вот ты урод, блин, ненавижу! Всех моих флагов убили, например. Круто. Ой-ой. У меня тоже почти всех убили. Он создал второго героя, господи! Бля. Погиб наш герой. Мэф. А, меч, что ли? Всё. Меня там заперли и убили. Отлично. Погиб герой наш. Ладно. Будем воскрешать. Окей. Будем воссоздавать заново. Все. Так. Угу. Пошли на орду. Ну ладно, все равно их покоцали. Извини. Слушай, нежить-то они добили. Добили? И они куда-то идут. Вот и хорошо, что добили. Знаешь, вот нехорошо было бы, если бы они сейчас шли к нам. Не кажется ли тебе? Кто нарушил закон? Хотя не похоже, что они идут к нам. Они, скорее всего, идут на рудник. Ну вот что-то как-то. Асфалана. Я готова. Я создаю горгульи, в общем. Мне пока не создать этих, господи, химер своих. Мне не из чего пока создать химер. Да мне тоже как бы не особо есть из чего, но тем не менее. Я строю горгульи. Раз мне нечего создать пока что длительных змеев. Круто.
Богиня, наставь меня в пути. Я надеюсь, у нас сейчас неожиданно жрачка не закончится. Вроде не должна. Так, где у меня светлячок? За этим надо следить, чтобы она не заканчивалась. Где у меня там светлячок простаивает? Хватит рушить деревья. Вообще, поруш дерево рядом с моими колодцами. Вот это вот, вот это вот. Потом. Ну, оно мне мешает. Где-то у меня должен быть мой... Богиня, да, вот этот приборчик. Сейчас он это дерево и заберет. Когда создастся. Исследование завершено. Ну давай, древо, чуть-чуть осталось. И химер давай мне. Древо вырос. Ей! Богиня, наставь меня в пути. Ну, давайте мне. Так, они куда-то... Они еще куда-то идут. Орденцы-то. Ого, убивают. Ну, пускай убивают, главное, чтобы они только пауков трогали. Так. Готово. Где-то мой великан. Наставь меня в пути. Забери это дерево, оно мне мешается. Исследование завершено. И вот это. Вот так. Пришла, подчистила. Выберите другое место. Вообще, в идеале ты могла бы создать великанов и послать, ну там, 2-3. Послать их рушить логово, а я своими горгульями мучил бы... Ну, у меня великаны сейчас в процессе. У меня горгули тоже в процессе. Так что не надо мне тут. Сейчас у меня еще химеры появятся. Вот химеры — это хорошо. По крайней мере, для меня. Готово. Так, иди возьми себе палку. Готово. Что-то стоишь, как истукан. Исследование завершено. Химер золота не хватает. Пока можешь их не строить. У тебя есть великаны. Круто. Я пока продолжу. Так, что-то... Сюда идут? Угу. Я пока продолжу строить поперек твоим колодца. Поперек твоим зданием. Наперекор судьбы называется. Они реально идут сюда. Они идут к тебе. Готово. Ничего, у меня есть башни, у меня есть горгульи. И у меня есть герои. Сейчас я к тебе приду на твою сторону. Благо, идти недалеко. Как-то он странно войска подводит. То есть? Там у него один отстающий охотник за головами, например, идет. Ну, он же слабый. Ну да. Пришли. Огласите приговор. Готовы. Тоже нападают. Мои сразу что-то в бой. Они уходят, блин. Так, вот, не надо закон от деревни я. Далеко уходить. Там есть башенки, там все хорошо. Они уводят просто наших от деревни. Суд водит быстро. Так. Меня убили одну горгулью. Они ушли. Мои хорошенько под... лучниц подфигачили.
Ничего не знаю, идем лекаться. Во имя правосудия. Какой-то не слабый слабый комп, вот правда. Не слабый слабый. Бывает. Асфалано. Готов. Слушаю. Укажите мне путь. Где больная лучница? Не могу ее найти. А, вот она. Во, вот теперь нормальная. Больная лучница. Огласите приговор. Суд будет быстрым. Слушаю. У тебя там готовы великаны? Я вся ну, внимание. У меня их трое. Этого достаточно. Точно? Ну, думаю, что да. Но я в любом случае пойду всей армией. Вот, хорошо. Своей маленькой армией. Сейчас я пойду, химер поставлю. Как создают. Недостаточно золота. Ну, парочка хотя бы. Готово. Господи, я слышали. Они сначала на пауков. Да, на пауков, по-моему. Да. Сначала на пауков. Недостаточно золота. Мой лук всегда со мной. Так, пропустите моего светлячка, чё вы встали? Ему все равно умирать. Я тут свои защитные деревья к тебе поставила. Спасибо. Пожалуйста. Только вот самое крайнее лучше поставь немного поближе, а то оно слишком... слишком уходит в сторону. Оно будет бесполезно. Куда именно? Не знаю, поближе к моей или к своей территории. Я вообще сейчас на самом деле увела бы его к себе. Так. Руки в стороны, пошло! Короче, бери воинов своих. И пошли куда-нибудь. Сейчас поставлю дерево. О, у меня химерка есть одна. Но я ее пока оставлю. Ваше решение. А то вдруг еще к нам придут. Пускай сидит. Суд будет быстрым. Идем через ель, да? Все ясно. Да насрать. Мы сейчас как раз таки на их армию наткнемся. Имя правосудия. Ну, то ты решил туда пойти. Хочешь пойти с другой стороны? Мне без разницы. Вообще можно попробовать потыкать их не второй лагерь. Можно, там, наверное, я даже один справлюсь. Закон это я. Отлично. Я могу не идти? Нет, лучше подойти туда тоже. Ну только ты не забывай о том, что я хожу медленнее, чем ты летаешь. Суд будет быстрым. Я могу сесть в статуях. Отлично. Подождать тебя. Во имя правосудия. Ну, не настолько. Слушай, они сейчас туда идут. По-моему. Или нет? Нет, нет, они идут. Казалось. Ну, они на тебя идут. Блять, мне что, вернуться? По-моему, они на рудник идут. Они телепортировались. Понятно. А, они поняли, что мы идем к ним, да? Угу. Они увидели, что я уже там, да? Отлично. Типа того. Во имя правосудия. Может мне телепортнуться, а? К себе обратно домой. Я не знаю. Я не вижу, где моя мэп. А вот она, вижу. Расходов нет. Шикарно. Суд будет быстро. Наши воины. Все ясно. Закон это я. Во имя правосудия. Я здесь. Ваш вердикт. Суд будет быстро. Короче, я без армии. Пока еще жив. Я немного. Вижу. Минус горгулей одна, смотрю, у тебя. Да у меня уже минус 7 горгулей так-то. Ну я-то не видела, сколько у тебя там минус. Так-то ну, по-хорошему. Рада помочь. Все ясно.
как же хорошо, что катапульты не умеют атаковать воздушных. Это у меня рудник заканчивается. У меня уже обрушился. Во имя правосудия. Молодец. А ты откуда берешь свое золото? А, ясно, он у тебя только что обрушился. У меня только прозвучало о том, что он скоро иссякнет. Он еще и портуется. Что-то он ни хрена не слабый. Я бы на самом деле пошла бы сейчас на рудник, но что-то у меня армии-то нет. Ну, давайте, короче, мне парочку химер. Нет, чтоб меня бить, он лечит этих, господи, огриков. Ох, что-то мне это совсем не нравится. Чё, опять проиграем? А, так этот заводной гоблин, он, оказывается, даже не враг нам. Да. А мне казалось, это наш брак, ну ладно. Так. Я вижу, у них тут раб их бегает, и я, как понимаю, он идет ко мне. Но раб это не страшно, он просто поживится. Пришел на мой лагеречек. Слышь ты. Да господи, он опять этого привел. Так, все понятно. Чего? Ваше решение. Золотой рудник. Закон. Я начинаю думать, что в этой игре не важно, ставишь ты слабого или сильного, или среднего. У меня рудник обрушился, я слушаю. У меня разведчик рядом. О-о-о-о-о-о. Что? Он сюда ко мне идет, вот что. У меня есть армия? У меня есть немного армии. У меня есть... Три ледяных змея. У меня есть много светлячков. Он идет ко мне. Я готов. Почти. Так, отряд светлячков, стоять. Обойдемся как-нибудь без рудника. Если сейчас наших убьют, это ни хрена не будет прикольно. Да, конечно. Стоило мне привести сюда своих. Я портнулся? Героя. Ничего, у меня змейки сильные. У него... Господи, как он это сделал, а? Что? У него было зелье неуязвимости, судя по всему. Ладно. Дерево, дерево, уходи. Я тебе только купила. Так, если герой погиб. Иду. Как прикажешь? Ухожу, без ухожу, промедления. Ухожу. Где на нас напали? О чем? Как прикажешь? Это на нас напали. Не на тебя. Там все дело. Так, светлячков поглубже в деревню. Вот еще не хватало, чтобы он их всех поебал. А, ну вы поняли. Блин. Вот как хорошо, что мои змейки умеют замораживать здания. Сразу никаких проблем с башнями. Все спокойно и прекрасно. Я бы по-хорошему свое главное дерево бы отправила на этот рудник, чтобы не тратить деньги, а то у меня их и так мало. Но вот если они его грохнут... Где остальные светлячки? Я их не вижу. Я готова.
Ленчик не шлепает там телефоном. Так, что-то я хотела. Где мои светлячки? А, вот они. Они у тебя. В любой непонятной ситуации светлячки должны быть у тебя. Ихний герой тут шляется рядом со мной. Мне нужно золото. Ничем не могу помочь. Это мой последний шанс вообще, по-моему, завоевать рудник. Потому что у меня больше нет денег на дерево. На еще одну. Даже на армию денег нет. Хотя, в принципе, я могу нанять пару лучниц. Нет, только одну. Тут даже не пару. Я не понимаю смысл его действий. Но он же слабый. Какой смысл? О каком смысле ты толкуешь? Давай, деревце, побыстрее, ну, пожалуйста. Рада помочь. Я хоть одного своего героя спасла. Второго все равно грохнули. Главное, вот дерево вот у меня до хрена. Его тоже чуть-чуть побольше, чем золото. У тебя сколько дерева? 705. Уже 725. У меня 1200, грубо говоря. А золото 95. Хм. Весело. Угу. Поэтому я говорю, у меня нету больше на деревья денег. Так, я слышу своего героя. Давай, давай, только оплетай колодец, пожалуйста. Начинай. Делай это. Готов. Полностью. Молодцы. Он идет ко мне. Я уже своих... Я вынимаю корни и сваливаю. Я надеюсь, они успеют перехватить войска раньше, чем убьют мое дерево. Бля. Все, это конец. Конец моему дереву. Блять. Я тот рудник, который он... Действительно надеешься на победу? Да ты, блять, ёбнулся! Я тебе сейчас такое устрою, будь у меня читы. Я не хочу отправлять туда свое главное дерево. Это слишком рискованно с моей стороны. Торопись, пись, и не психуй. Откуда он знает, что я говорю? Я знаю лишь одно. Нужно собрать все свои боевые деревья и отправить туда вместе с главным. Это единственное, что я сейчас могу. Черт. Что? Что он творит, а? А что он делает? Он пришел меня мочить, грубо говоря. Я там... Вижу. У него на руднике ведь сейчас... А зачем ты туда ушел? В смысле ушел? Ну, зачем так далеко? Огласите приговор. Далеко откуда? От своего основного лагеря. Так, потому что он очистил этот рудник. А, ну понятно. Ну тут же тоже есть рудник. А, ну его зачищать надо. Да и к тому же он бы там... Ну как сказать... Короче, сейчас его героиня рядом с тем рудником, на который я сейчас претендую. Фу. Что делает твой дракон? Он бьет летающего юнита. Ясненько. Ладно, я так думаю, все-таки попробовать свой так называемый план, попробовать свои боевые деревья туда отправить, расставить, и только потом уже пригласить туда основное. Ну, хорошо. Мой основной лагерь в итоге остается без защиты. Так, одно дерево останется хотя бы.
Люблю эльфов. Они так красиво ходят. Ну, здание. Короче, мне кажется, что уже ничего не сделать. Все бессмысленно. Типа того. Я чувствую, я сейчас там все вот это поставлю, и он придет ко мне. Жду указаний. Закон — это я. Я готов встретить смерть. Он идет ко мне, по-моему. Он потому что видит мое кочевание деревьями. Закон — это я. Так, стоять всем. У него слишком много стрелков. Деревья медленно и печально, но все-таки они утрамбовались. Мы готовы, идите сюда. Конечно, это очень странная постройка у меня в итоге получилась, но все же. Вот примерно вот так. Надо что-то с ним сделать, с его войском. Без войска он будет, ну, грубо говоря, ни на что не способен. Надо его отвлечь. Ну, вряд ли я сейчас смогу его побить. Я не буду своих последних воинов тратить на то, чтобы снова сдохнуть. Я чувствую, он сейчас ко мне в деревню придет. Раз уж он сюда пришел, он уже знает о том, что... У меня здесь уже все. У меня здесь оф. Да, дальше пробирается. До указаний. Суд будет быстро. Не трогать дерево, сучки. Где враг? Огласите приговор. Как приношен бой или бой? Иду. Я понятия не имею, что делать. Он реально, он не слабый никакой. Далеко не слабый. Я поняла, уже я это вижу. Наши воины вступили в бой. Ну ладно, хоть мое задание помогает. Я полечу свои останки. Я полечу свои останки. У меня там остались лунные колодцы? Остались, хоть это хорошо. Так, дерево, стой. Все, садись. Успокойся. Жду приказа. Не проблема. Вижу цель. Ни слова больше. Героем моим деревом боевым попадает по дороге. Так, куда мои светлячки делись? А, вот все вижу. Вот я сейчас опять пойду на колодец, и мне будет хана. Ну, рудник, вернее. Опять колодец, рудник. Так, сколько у тебя золота? Ну, как тебе сказать? Мне нужно... 21. 21 золото. У меня 52. Вот я построю одного послушника, и у послушника есть такая... способность здания нежити растворять и получать половину их стоимости, грубо говоря. Ну да.
Прелесть какая. Спасибо за покупку, приходите еще. Блин, а где... Он идет сюда. Он идет на мои боевые здания. Я так понимаю, ему все хочется избавиться от моего несчастного дерева. Главного которого. Знаешь, что? Я его, пожалуй, выну. И переставлю вот, вот сюда. Да. Вот, вот сюда. Если что. Если думаю, что это поможет. Ну, оно будет немножечко сохраннее. Пускай он бьет там охотничий зал, пускай бьет алтарь. У меня денег на восстановление ни одного героя все равно нету. Они добили мои сторожевые деревья. У тебя войска хоть какие-то остались? У меня есть лучница. Одна. Пришли ее, пожалуйста, вот сюда. Зачем? Потому что я там буду рудник строить, и он по-любому пытается его отбить. А может быть ты попробуешь построить вот здесь рудник? Думаешь, поможет? Хорошо. Ну, он придет не так быстро. Слишком просто. Нет? Ну, не знаю. Ну, я иду, короче. Я пытаюсь. Я надеюсь, она дойдет, хотя не уверена. Туда еще урдалаков своих пошли, потому что дерева у меня достаточно. Дерево хоть могу все отдать. Да у меня самого полно. Разрубил мне как раз таки для дерева своего места. Сейчас мои светлячки его немножко подлечат. А нет, не подлечат, денег нет. Ваш ход. Опять что-то из серии стоять до последнего. Типа того. Я чувствую, они вот, вот это вот ихняя, этот ихний сгусток сейчас идет в твою сторону. Как я понимаю. Да, скорее всего. Как они вообще видят, ё-моё? Я не думаю, что он это видел. Не, по-моему, он должен был это видеть. Как здесь вообще написать именно ему? Никак. Ясно. Ну он же нам как-то пишет. Так, блин, он бот. Ну и что? Ну ладно. Я же женщина. Мне можно и тупить. Женщина. У нас тут проблема посерьезнее того, что ты женщина или не женщина. Я вижу. Эта как проблема минимум... вот здесь находится главным образом сейчас. Да, у него тут сейчас войско. Красиво. Вот я про это и говорю. Красиво. Так, все, рудник построен. Может быть, это зависит от того, какую карту мы выбираем. Ведь на некоторых слабый он действительно слабый, а на этой прям слабый какой-то мудак. Ну, не знаю. Ну все, вот он и пошел в атаку на нас. Слишком просто. У меня есть лучница. Она всех спасет, я надеюсь. Хорошо, ни слова больше. Слишком просто. Не проблема. Хорошо. Я не знаю, что делать. Как будто я знаю. Спасайся, кто может. Добивай, добивай. Добывай золото давай, пока можешь. Я добываю. Пытаюсь. Я чувствую, прямо вот ее сразу и убьют. Все, нет лучницы. Была лучница, нет лучницы. Ай, была, не была, ладно. А, все. Погиб герой, на город наших союзников напали враги. Погиб герой наших. Не, знаешь, мне надоело. Че? И так уже понятно. Чего? Ну чё? Как бы мы не выиграем никак. А что ты сделал? Я вышел. А, ясненько. А я еще здесь. Ну, я не знаю, если хочешь, конечно, можешь играть, но какой смысл?
Просто наши зрители и так знают, что мы криворукие, так что... Сириал вышел из игры, и тебе он пишет: «Привет, фиолетовый». Не. Пусть пишет. А какого хрена он уже здесь свое строит, слышь? Жаль, что у меня светлячки не умеют атаковать. То есть ты все еще играешь, да? Да. Ладно, в этом нет никакого смысла. Какие-нибудь итоги? Есть итоги? Итоги очень плачевные. Итоги такие, что по моим наблюдениям сила компьютера как-то странно распределяется. Ну, я говорю, это, возможно, зависит от карты. Она же, по идее, любительская. Ну, возможно, от карты, а возможно, от чего-то другого. Потому что мы пытались, я помню, играть в несколько карт нормальных, не любительских, а которые были уже такие, ну, системные, что ли, не знаю. Ну, понятно. И как-то успехом это не увенчалось. А в других случаях увенчалось. Да. Ну, может, это зависит от того, кем играет противник? Хотя... Да нет. А у нас была также орда и нежить противники все это время. Словом, я не знаю, от чего это зависит. Могу сказать только одно. Ну что, тут даже дело как бы не в нас. Дело в чем-то другом. Я понимаю, что, дорогие зрители, было не похоже, что дело не в нас. Но тем не менее, просто попробуйте тоже как-нибудь сыграть. Да, и вы поймете, о чем мы говорим. Вы видели название карты, если что. Даже не обязательно в эту карту, а просто несколько карт на развитие. Может, двух игроков было слишком мало, чтобы его победить? Окей, в следующий раз мы возьмем себе в союзники еще и компьютера. Два. И против одного компьютера. Среднего. Слабого. Среднего не потянем. Ну слушай, это слишком. Ну уж не знаю. Нет, если на этой карте, то против слабого одного. Окей. Ну короче говоря, ладно, это время покажет. Да. Ладно, всем спасибо за внимание, до скорой встречи. До скорой встречи.